партнер рубрики «Стоматология Денити». Безукоризненная улыбка – первое правило успеха. Добрый день. Как поступить, если при покупке деньги с карты были списаны дважды? Эксперты портала банки.ру советуют использовать такой алгоритм. Подготовьте данные о втором списании – дату, время, место покупки, сумму и номер операции. Ее можно посмотреть в интернет-банке. Позвоните на горячую линию своего банка. Сообщите имя, кодовое слово и изложите ситуацию. Обычно одного звонка достаточно. Если же банк не очень хорошо заботится о клиентах, придется подать письменное заявление на электронный адрес кредитной организации или обращение в службу поддержки клиента. Двойное списание – почти всегда техническая ошибка, без какого-либо злого умысла с чьей-либо стороны. Обычно деньги зачисляются обратно на карту в течение 1-2 дней, хотя, возможно, задержка. По закону банк имеет право расследовать ваш случай до 3 месяцев. Если двойное списание произошло при покупке авиабилетов или заказе гостиницы, попробуйте связаться со службой поддержки сервиса и попросить их обратиться в ваш банк, советуют эксперты. Иногда это действительно помогает ускорить процесс возврата денег. Это правило денег.